Фредерик Бишоп? О, боже. Это вы, Фредерик Бишоп? Нет. Он мертв, извини. Но это же ваша фотография. Полагаю, да. Джек Фостер. Я ваш новый подчиненный. Ну уж нет. Уберите от меня этого малого. И не подумаю. Он такой путь проделал, чтобы увидеть вас. Фредерик Бишоп, гордость Австралии. Знаю, он даже про возраст солгал, чтобы пройти призыв. Морзянка, знаешь? Да. Пошли. Это полный провал. У нашей первой волны не было и шанса. Вон у них какая оборона. Как же мы захватим пляж? На этот раз у нас есть дредноуты. Затыкай уши, парень. Сейчас будет шумно. Отправь координаты. Все, пора выходить. Эй, ты-то куда собрался? С вами. Ну-ка, прицелься. Ясно, остаешься тут. Пойдешь с тыловым отрядом, после того, как я пущу ракету. Yes, сэр? Да, сэр. И на рожон не лезь. Надо добраться до верха пляжа. Эти шлюпки идут на Пробиваемся к вершине! Надо захватить эту высоту!
Надо пробиваться к той высоте! Пора пустить ракету.
издеваешься? Пошли сюда! Вот! Вот смотри! Парень, твое вранье тебя же и убьет! Я просто... Памятник себе захотел на городской площади! Давай, парень, вставай, давай. Вставай, молодец. Я умру. Не умрешь. Ты австралиец. Тебя нельзя убить. Да. Наверное, да. Разве что. Ты не киви случайно? Нет. А теперь все по порядку. Давай, иди сюда, встань. Повторяй за мной, руку сюда. Это вот так. Приклад к плечу вот так, щеку к прикладу. Нет, вот так. Направляй, куда хочешь выстрелить. На, вот так. Ногу выстрели немного, держи равновесие.